to hurry up. To hurry up? No, I changed side. I went the other side, but I have to come back up. So when you started to be first on warming up? Такой вот вопрос. А вы смотрели наш выпуск из Екатеринбурга? Я смотрел все ваши выпуски, и я думаю, что вы хорошо делаете свою работу. Никита, я смотрю, обзор на новые кроссовки делаешь там, что ли? Ну-ка, супер. Че обновиться решил? Затем уже все, на мусор. Самсон, не жалко, бросковый-то палец. Не, это нормальное дело. Наоборот, должно помочь мне как раз закручивать мяч правильно. Команда должна побеждать. Отличное настроение. Ожидаем хорошую игру. Пришли первый раз поболеть с сыном. Сын приехал из Сургута. Расскажи, сын, за кого ты болеешь? Я болею за ЦСКА, мы с папой тут уже давно на хоккей ходим. Но никогда я еще не ходил на баскетбол. Сын, кто выиграет? ЦСКА! Люблю, любой спорт люблю. Это очень красивая игра с мячом, очень стильная, динамичная и приятно смотреть. Первый раз здесь на арене. У меня девушка моя, пришел с девушкой, говорит, ну что, в Америке? Потому что видит очень много американцев играют, там в ЦСКА, в Самаре играют темнокожих ребят. И это выглядит очень стильно и красиво. Они все в татуировках, такие все, у них всегда есть классные прически, они всегда, у них крутая генетика, они такие все спортивные. Выглядит как будто, ну типа ты из России попал куда-то реально в какую-то такую культуру. Баскетбол стильный вид спорта, стопудово. Безумно стилевый, и за этим приятно наблюдать. Атмосфера бешеная. Да мне просто все нравится. Мы пришел, нам дали классные места, я так сижу, кайфово. Пугает тренера со скамейки команды ЦСКА. Там тренер просто встает и так кричит. Мне аж кажется, что нас сейчас выглядят отсюда с площадки. Очень жутко и страшно. Но это серьезный профессиональный баскетбол, поэтому я понимаю, почему все именно так. И за этим классно наблюдать. ЦСКА намного сильнее Самары, скучно. Но мы рады за ЦСКА, второй номер импонирует. Миша Кулагин мне нравится из Самары. Максимально высокий уровень, топ. Нет, класс, класс. А с этих мест еще лучше видно. Просто топ. Highlight of today. Young player on the team got dunked today. Juan, you got a dunk today. Casper had 29 points. Yeah, he had 29 points. I mean, I've seen it before. I'm not impressed. Today was kind of my day. I was on today, so it's a good feeling to start hitting threes like that. We got a lot of supporters on our team. Everybody's happy when anybody do good. You know, we got a group of guys that's unselfish. You know, everybody's looking for each other to do well, and we're not mad if somebody else do well or not. So I'd say everybody's great supporters on our team. Oh.
I think that we're working really hard in practice, and we're just getting better. You know, we're starting to know each other really well. You know, it's a couple guys on the team first year here. I just think that, you know, from the beginning of the season to now, we just keep getting better. It's still early. We're still trying to get better. We still haven't hit our peak, you know, where we could be a great team, and that's what we're working towards to. Because all this right now is preparation for the end of the season. Guys stepped up in defense and secured the victory, but it was not an easy game. It was a tough game, and first half they had 9 offensive rebounds, and in the second half they got only 4. I think that was something that we have corrected on the halftime. This is a good preparation for the next game that awaits us with Lopez.